Официальным партнером фестиваля «Высота» выступила компания «Лукойл». Мини-викторина от компании стала замечательным подарком для всех нижегородцев. Участникам необходимо было ответить на несколько вопросов о классах топлива, чтобы побороться за главный приз – сертификаты на 100 и 300 литров бензина. Какое октановое число у бензина «Экто-100»? Есть. 100. 100. Все верно. В итоге двум финалистам уже необходимо было продемонстрировать знания не только продукции компании, но даже рекламных слоганов. Последнее задание – нужно придумать новый слоган для компании «Лукойл». Обладатели заветного сертификата определили зрители, поддержав его громкими овациями. В великой стране великое топливо! «Лукойл бензин» – едем быстро, как хотим! Аплодисменты, аплодисменты, безусловно. Побеждает у нас в этом конкурсе 300 литров, забирает первое место Илья! Аплодисменты! О том, что фестиваль прошел на высоте, красноречиво говорит впечатляющее количество участников – почти 25 тысяч. Территория творчества в Александровском саду, пожалуй, самая спокойная зона на фестивале. Здесь, к примеру, можно попробовать свои силы в искусстве каллиграфии. Общение с писателями и знакомство с литературными новинками, в том числе нижегородскими. Здесь есть все для любителей размеренного времяпрепровождения. На контрасте – спортивная зона на площади Минина. Здесь же фестиваль национальных культур. Музыки много везде, народу много, дети довольны. Для детей развлечений много. То есть красота. Активный образ жизни, ЗОЖ. Аплодисментами, аплодисментами, пожалуйста. Борьба, бокс. Вот. Интересно. Для молодежи. На главной площади города представлены десятки самых разных образцов авто и мототехники из регионов округа. Под впечатлением от выставки остается и глава региона Глеб Никитин, а после отправляется в Арсенал. Там территория науки и молодежных организаций. Это было организовано, собственно, ребятами, молодежью. То есть это общественная инициатива, которую мы поддержали. Я вижу, что нет ничего искусственного на такого искусственного, такого навязанного, что ли. То есть все нравится самим ребятам, кто участвует в этом всем, самим организаторам. Мы будем обязательно продолжать этот фестиваль, потому что он превзошел ожидания по количеству участников. Первый молодежный фестиваль «Высота» стал, пожалуй, одним из самых ярких событий начала осени. Самые удачливые счастливчики, им удалось выиграть сертификаты на 300 литров и 100 литров от компании «Лукойл». В планах сделать проведение молодежного фестиваля хорошей традицией. Артем Логинов, Юрий Жуков. Специально для программы «Региона Лукойла».